Если вы этот салат не ели, вы многое потеряли. Салат из печени трески очень-очень вкусный, сытный, полезный. Самое главное, быстро его очень быстро готовить. У меня зеленый лук нарвала в огороде. Можно обычный лук, можно даже обычный лук обжарить, и будет с обжаренным луком очень вкусно. 4 отварных яйца, пол огурца или один небольшой. Половину баночки кукурузы, всю не надо. Печень трески нам надо измельчить. Сюда добавила печень и заправляю майонезом. Майонеза совсем чуть-чуть, буквально столовую ложку. Салат готов, он действительно очень вкусный. Им вкусно начинять с тарталетки. Можно гренку обжарить и на гренку положить, тоже очень вкусно.